Ты знаешь, сегодня, да, играя против ВП, против андаингов, на двух картах мне нравился больше драфт андаингов. Вот, здесь такая же ситуация, мне больше симпатизирует пик альянсов. Но в том матче ВП все равно выигрывали. Единственное, больше серия убийств. Так, сейчас, секунду, драка начинается. Ханскина зафокусили, Ханскина забрали. 1-0 за командой Virtus.pro, пошли на ФНГ. ФНГ можно пилить, и ФНГ пока выживает, под вардом зажали сейва, сейв горит, и это минус сейв. Сейва забрали. В итоге раз, мин 1-1 происходит, но ВП сделали ФБ. Ильяс. Ильяс, фиссурка заряжает Ханскин свою палочку. Бандл страйки, last hit 3-2 за альянсами. Вот так вот, весело. ГПК, кстати, с дабл дэмэджем пытается вышку забрать, но вообще он мог на ганг пойти, но сейчас тут драка может быть. Нашли ФНГ, ФНГ, сюда идем, касочки пока прыгают, Dream Coil не жалеет, у нас ГПК, забирают. И в итоге ГПК до конца за лимпом, но лимп, я думаю, отсюда будет уходить, хотя хотят его очень добить. ГПК, нету маны, полетел сюда сейв, до конца гейминг, и в итоге сейчас сейв умрет. Но ГПК может лимпа сам убить, и он заберет его. Главное сейчас не помереть ГПК, но скорее всего он помрет, да. Минус ГПК. Так, стан. По Ильясу залетает, закатывается у нас сюда сейф, начинается контратака. И ГПК, если кого-то сейчас заберет, получится у него забрать, если то будет шикардос. Но, по всей видимости, должен он забирать лимпа, конечно, конечно. Минус лимп. А, Ильяс получает убийство в итоге. Хороший у тебя ник. Ну и начинают у нас сейчас пушить тир-1. Там что? Там напали на Ника Бэби. Хорошее убийство, кстати. Да. Уже на карте, на боте. На боте у нас нападают на ДМа. ДМа поймали, ДМа убили. Он успел дать позе новую, но дело в том, что никто не будет здесь продолжать драку эту. Так, пошли. Первый купол на карте, и даже дезвард не пожалели, но понятно, потому что урона не хватает. Ну а купол чё, почему бы не поставить это в пятерку? Смотри, первый купол, сейчас он тебе не так сильно будет нужен. Там начинается драка, какая плюшка, ты видел, из фо залетел сейчас по сейву. Тотем за макшен, доп урон 400%, но это было серьезно. Но успеют ли они сюда? ФНГ увидели, но ФНГ должен убивать. Тут его, конечно, не должны отпускать. Начинается контратака. Полетели каски. Прожимается глобал. Купола нету. Их ослом есть. Но работает магнетайз. Блинк ты не нажмешь. Забирают у нас ФНГ. Это минус ФНГ. Нападает на эпилептика. Эпилептик. Стонгейст разворачивается. Ника Бэби забирает Ильяса. Минус Ильяс. И сейв катился далеко. Куда-то непонятно. Это будет минус сейв. Он, видимо, хотел обновить магнетайз. Да, он обновил. Минус Ханскин. СФО. Кончается действие магнетайза. Фиссурка. Тотемы. Это минус ГПК. Это 13-10. На, эхо слэм полетел. Тотем просто пол лица вырывает СФО. С того тотема там у нас подтягивается сейф. Нападает на СФО. Хорошенький магнетайзик. Эпилептик ставится купол. На СФО должен будет догореть. Он догорает. Его не получается захилить. Убьют Ильяса за купол. Нажимает стонгейс. Отсюда нужно просто, наверное, уходить. Закаменел Ильяс. Но долго на каске прыгали по эпилептику. ФНГ можно забирать. Минус ФНГ не лез. Закаменел. ФНГ закаменел. Извиняюсь. И... в итоге это 16-13. ВП, кстати, провели хорошую драку по итогу. Телепорт это у Ника нету, ребят. И арба полетела, и Вижн не дала, что ли, она? Хасвама нету. Это из хороших новостей. Ника Бэй пытается уйти. Нашли Вайда. Нашли его. И убили. СФО смог уйти. Там ФНГ хорошо регенит. Дринкую, найс. Прям под вардом они стояли, который разбивал здесь ФНГ. Нажимается глобал. СФО догорит ФНГ. Прыгает сюда Ника Бэби. Делает даблки, очень важно, эпилептик в этом файте. Ника Бэби, что за урон, Ника Бэби, которого у тебя просто нету. Это под БКБ минус Ника Бэби, минус 3. А я думаю, что это уже точка невозврата, ребят, скорее всего. Скорее всего, точка невозврата уже для команды Альянс. Ой, сюда еще и сейв Ханскин опустил на землю. Нажимается магнетайз и начинается массированная атака от него. Обновить магнетайз подойдет. Эпилептик заберет Ханскина. 6-0-6 у парня. И нашли Ханскина. Минус Ханскин. Еще одно убийство. Шикарное убийство. Да, что-то ставки вообще все не прошли, похоже.
прогнозы на эту игру. Так, тем временем у нас тут что? Тут можно сейчас ФНГ забрать. ФНГ забирает, заберут сейва в размен, получается. Ну, а эпилептик просто стоит, бьет внутри героев. Просто Стонгейс нажимает, ускоряется, забирает СФО. И я думаю, что можно включать байбеки уже в такой ситуации. Кстати, у Альянса вот что-что с байбеками. У них все в порядке. Эпилептик пока бьет. Тир 3 начинает уже стороны бить. Залетает у нас ГПК. Навесил плюшек. Тычечки в затылок летят. Это минус ФНГ после байбека, ребят. И падает миличный барак. Здесь будет сейчас подтягиваются. Виртус.про у нас на Тир 3 вышку на вторую сторону. Эпилептик бьет. Эпилептик без мана остается. Бандл страйк по нему полетел. Эпилептик пытается биться до последнего, но умирает. Это первая Иги. Залетается и прожимается глобо. Убивает у нас лимпа. Должны забирать. Да, из поляны пока что выйти и просто стоять, бить в сторону. Просто бить в сторону. Ханскин. Да прям в купу в этот. Пошли прям в поляну. Забирают его. Где Ника? Ну, он поставит, типа, на купол, да, своей саблей и молниями. И чё? Альянс не андайнги уже. Эхо своем пошел. Ага, Ника Бэби нажимает Стонгейс. Ника Бэби не успел закаменеть, но ничего не делает, видишь? Это GG. Должно быть прописано сейчас альянсами, и нужно начинать next карту. Да, GG. 1-0 за командой Virtus.pro. Поначалу-то все шло неплохо, в принципе. Хорошо. Ребят, начинается у нас карта Virtus.pro против команды Альянс. Это будет ДК Медовы. Тоже необычный такой выбор героя. Но против Пака этот герой себя ощущает очень хорошо. Или пиццу какую-нибудь. Так. Ну, пиццу можно будет на гранд-финал International разыграть. Так, там у нас Ильяса поймали, минус Ильяса, и вот она ФБ. Ханскин получает то убийство в копилочку, делает Ханскин первый кью. Можно отходить сюда, фармить сюда. Вышечку можно сейчас пригласить людей забрать. Там у нас в миду Найтмэр был на лимпа. Ну, такое себе идея на лимпа нападает. Но, видимо, спасался просто. Пытался спастись, не получается. 2-0 за командой Альянс. Но крипет... А, что, потерпортироваться будет? Да. Ой, а е... Ну... Кого-то другого нужно бить. Да, вот здесь хорошо. Дринков ставится. Прекрасный Ханскина. Можно забрать по фасту. Ханскин... Долго не его били. ФНГ... Ну и ФНГ тоже в таверну. Минус 2. Опа, нашли собаки у нас. Ну дэм, не. Тут, убейте же его, забирают. Но и у них кто-то другой интересует. А, это сейф их интересует, я понял. На этот мерч несколько секунд, но не успевает его дать. Так вот, глобального вопроса вроде бы нету. Так, врыв на ГПК. ГПК, а Роза доджа успел. И не успел, в него ничем не попали вообще-то. Посмотри, все мимо вообще. Абсолютно все, СФО в таверну отправляется. Это что вообще сейчас было? Ну и можно дальше идти. Тут, ой, хороший килл может быть. Нужно, наверное, снимать, ребят. Финтгрип в КД, урона много, и урона, что самое приятное, хватает. Это самое прелестное, там со спины у нас пока забрали демо команда Альянс. Релокейт сейчас будет сюда залетать. Арон не под таймингом немножко, и ГПК пошел. Но ГПК без Дринкоева, нужно бить, они лимпа собираются бить. Ну, Ханскина нужно убить, да, Ханскина забирают у нас. Что будет с лимпом? Лимпа зажимает, откидывается он пока станчика. Ну, крепкий, конечно, очень крепкий, но отсюда, брат ты мой, никуда не уйдешь. Это будет минус 3 команды Virtus.pro, это 10-7. Они важнейшие свои игры не выигрывали. Альянс здесь более заслуженно находится. Напали на СФО. СФО убили. Сейчас врыв у нас пошел на лимпа. Лимпа. Поймали. И релокейтик. И надеюсь, это будет... А, один Илья, что ли? О, успел. Дринков все-таки нажимают. Я думал, там с луной прилетит. Бимчик будет. Но в итоге минус лимп, смотри. Так, там нападают на дэма. Дэм нажимает шейпши, получает Мортимер Кисос. Найтмэр шикарный, дэм живет. Ой, прекрасно, засейвили его, ребят. Нападает из фоу, пытается сейва за фокус. Пытается. И он потратил на него огромное количество времени. В это время убили у нас там Ника Бэби. Нападает здесь на лимпа, лимпа. Начинают лупить, это минус лимп. Важнейший килл сделали минус Ника Бэби. Там у нас добивают дэма. Это 16-10, размен 2 в 2. Но он, конечно, в пользу команды Virtus.pro. Здесь однозначно. И это еще не конец, прилетает ГПК, но без маны.
Без маны срабатывает Юндиск. Блинка, кстати, нету. А тут релокейтик. А тут релокейтик с киндер-сюрпризиком в виде эпилептика. Это минус ФНГ. Это 17-10. Это минус сторона. А луна-то так быстро пушит эти стороны. Вообще. Опять вот 17-500. У эпилептика залетает у нас сбоку СФО. Забирают они, конечно, Ильяса. Но забирая, умирает СФО в размен на него. Начинает бить эпилептика. Но он очень крепкий. Подходит лимп. Подходит лимп. Сторона, кстати, стоит. Сторона не упала. Эпилептика бьют. БКБ несколько секунд остается. Но смысла нажимать его уже нету никакого. Все, минус эпилептик. Сторона выстояла. И даже рейнджовый барак. Нужно пытаться добивать как-то его здесь. Но кто же первый нападет? Эпилептик под виспом пошел вперед. Там у нас нашли Байна. Забирает ментально сейва. Подходит поддержка. Ставится дринко. Дринко был кривой максимально. СФО сбоку залетает. Нападает на Ильяса. Правильно делает. Пытается виспа забрать максимально быстро. Но он очень долго жил. Но они его убили. Минус 2 саппорта. Альянсы сделали неплохая драка, кстати, на старте, по крайней мере, сейчас. Но они уже красненькие. Но можно идти дальше. Слушай, можно идти, да. Конечно, там у нас, ну, немножко не так, ФНГ, нужно идти. Так, эпилептик, БКБ, Эклипс не прожимает, потому что понимает, что в любую секунду могут нажать вейформ. А Ника Бэби что, телепорт? Ой, Ника Бэби, он телепорт нажал. Минус СФО. Вот как-то так. И в трон просто пошли ВП, смотри. Просто трон. А байбеки там есть. Ника Бэби придется выкупаться, скорее всего. 7 секунд. Нет, не придется. 2-4 ВП снесли у нас сейчас. Все, трон оголен. Трон голенький у нас. Готов. Дринкоил ГПК залетает у нас. Нужно бить, нужна помощь ГПК. ГПК один не способен столько урона внести. Забирает Ханскина, забирает лимпа. Выкупаются все, кто есть байбеки вообще. СФО пытается добрать, СФО уводит. Нужно, наверное, к команде к своей бежать, а он уходит в другую сторону. Тут Ару пытается убить эпилептика. Эпилептик мека релокейт сюда отойти, порегениться немножко, вернуться обратно. Бьем, полетели. Лим пытается убежать в БКБшке, в глимере. Бежит лим отсюда из драки подальше. Прыгает ГПК, умирает у нас ФНГ. Минус ФНГ после байбека. И трон умирает уже, там добирает лимпа. Ребят, ну это все получается. Или нет еще? Или нет? ДМ живет, нет, GG, конечно. Вообще альянсов не узнаю. Нет, альянсов, которые играли на мажоре, да? Это нормально получилось в итоге.